Это «Давеча», и мы продолжаем. Ваш голос решающий или все в наших руках? Именно по такому принципу строится выбор объектов благоустройства территорий. В Кировской области стартовало голосование за участки, которые должны привести в порядок в 2024 году. Ремонт будет проходить в рамках программы формирования комфортной городской среды. Как и где голосовать, расскажет Зоя Зотова. 15 апреля в регионе стартовало голосование среди населения. Люди будут выбирать, какие территории стоит привести в порядок в 2024 году. В списке 118 общественных пространств в 34 районах Кировской области. Важно, что проголосовать могут даже подростки с 14 лет. У них тоже спрашивают мнение и подключат к процессу благоустройства. Голосование проходит в формате интернет-опроса. Отдать свой голос можно на портале 43.городсреда.ру. Заходим на главную страницу сайта. Нажимаем кнопку «Проголосовать», ищем нужный нам район или город, в моем случае это Киров, выбираем один из предложенных 14 проектов и голосуем за него. Претендовать на обновление будут парки, скверы, аллеи и тротуары. Благоустройство общественных пространств будет проходить в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Предложенные территории для голосования исходили от территориальных управлений, то есть предложения к ним поступали от жителей, которые требуют благоустройства, которые в настоящее время имеют неприглядный внешний вид. То есть заброшенные какие-то пустыри, зеленые территории. Кстати, тем, кто не разобрался с авторизацией на интернет-портале, есть возможность проголосовать офлайн. В общественных местах будут работать волонтеры, которые помогут кировчанам отдать свой голос за интересующую их локацию. Голосование продлится до 31 мая. Зоя Зотова, Александр Нестеров, Никита Луковников. Бюро новостей «Давеча».